Лариса, старшая мага, Хаул Гуана, Дами, Удам, Яудан, Маш Удам с Хауча, Гварбди, Гауджета, Яудам, Яуда, Пача. Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалт, а мы, разумеется, продолжаем играть в Far Cry Primal. Хочу сказать то, что заставка в начале игры что-то немножко раньше времени, мне кажется, проиграл, потому что никакого Ува я не убивал. Мы это как раз-таки, наверное, сегодня этим займемся. Еще у меня есть предложение, то что я помню то, что вы просили, что продолжилась сабнафтика Below Zero. Она продолжится, наверное, одновременно с Far Cry, когда мы уже почти будем заканчивать Far Cry. Ну, когда я пойму то, что уже конец близок, тогда и буду параллельно записывать и вспоминать сабнафтику. И, разумеется, мы в нее вернемся. А пока что играем в Far Cry. Так, ну что ж, нам надо с братом с нашим поговорить. Мы же ему задание в прошлый раз выполнили. Идем к нему, побазарим. Так, сейчас посмотрим, что он скажет. Уйти, Каруш. Найти Мога. Он убить его. Чего, блядь? В смысле? Ты что, хочешь сказать то, что Каруша убили? Ты что, гонишь? Это где? Нет, стоп, не понял. Так, ну давай еще с шаманом поговорим. Ни хрена не понял, что с Карушем случилось, ну ладно. Не может быть, чтоб Карушу убили, в смысле? Когда его убить-то успели, вы чё? Не верю. Не может быть. Так, вот сейчас вот заставочка будет. Ты иди. На крабе. Вот, не чувствовать боли. А, сука, я терять боль огня, много лун тому назад. Когда я быть раб Батарии? Она сжечь мое тело. Скоро она сжечь весь Урус. Скоро мы Батари остановить. Нам нужны крати. Маска в моем видении. Не просто маска. Батари крати любить. Батари крати ненавидеть, бояться. Она сжечь крати заживо. Теперь она лежать в могиле Санцефода. Блять, сука. Ты готов, хозяин зверей. К чему готов-то, блядь? Ты маску крати искать. Когда мы Батари победить. Так, ну, мы ее победим после Увы. Сначала Увы, потом она. Вот сейчас задание добавится. И все будет у нас суперски. Так, теперь открываем, значит, карту. Вообще, что нам надо? Родина Удом. Начнем с того, то, что там писец как холодно. Чтобы нам не было слишком холодно, нам надо прокачать одежду. Шкура белого волка, шкура редкого яка. Белый волк. Жесть, конечно. Так, ну давай вот. Вот здесь вот у нас волки есть. Авось повезет. Вот тут вот у нас яки.
Мы их долбанем, но волков тоже надо долбануть. Нам надо убить редкого волка, но он не такой уж редкий. Я в этом уверен, что он так тихо, не сильно редкий. Это ж если бы он был слишком редкий. О, вон они. Здорово, братан, отпугивай их. А где они? Ага. Это у нас обычные. А где супер-пупер редкий? Надо найти белого. Белого найдем и супер. А его точно на карте нет? Хреново, конечно, что на карте-то нет. Окей. Короче, отзываю я нашего брата. Так, это кто? Ага. Смотри, что мы делаем. Мы сейчас пойдем в путь искать. Мы... Так, а вот, дурак я. Нам вот сюда надо, скорее всего. Что за ночные звери? Сейчас проверим всех ночных зверей, потому что из ночных зверей может быть тот самый волк. И мы мозги себе долбить не будем. Как там сделать, что там сделать? Точно, что я такой глупый-то? Это мы еще подготавливаемся к улу. Я считаю то, что надо проапгрейдить одежду и все. Больше мы ни в чем не нуждаемся. Там холодно, чтобы меньше замерзать, надо одежду потеплее и все. И зарейдим мы эту херню его. И забудем о нем. Ладно, тут немножко добежать. Кажется, тут все-таки ёбаный пиздец. Иди ко мне. И хуль ты так идешь-то долго, блядь. Поехали. Ебанутый. Хуль ты по... Мышу от... Ёб твою пиздец. Мыши отплыли. Угораешь, что ли? Пиздец ты, конечно, клоун. Так, ты... О, нет, носорог, это пиздец. Не, меня кабаны вообще ни в какую не интересуют. Так. Вот это сейчас проверим.
Меня кабаны ни в какую не интересуют. Пиздец, вы чё, пацаны, с кабанами справиться не можете? Ты чё такой медленный-то стал? Не, ну зато он не разбивается, но плавать он вообще не умеет. От слова совсем, блядь. Ой, блядь. Тихо. О. Падаку винджа дайла хашну суанаш. Упадаку шанчи. Шаю лауша. Ой, иди ты в сраку со своими ягуарами, блядь. Пиздец, короче, что делаем? У нас... Хер с этим, вот в этой зоне волк. Мы спим. Идем на охоту на волков. Идет охота на волков, идет охота до заката. Только вот на минуточку. У нас вот этот прикол. Ну да, шкура белого волка, здравствуйте. Як-то хер с ним. С яком, я думаю, попроще будет. Так, это что у нас? А я стелс. Съебись. Съебись. Вот это мое. Какие бабочки ночью, не понимаю. Волков да херище. Но не те, которые мне нужны. Уебал. Так. Чё, гонишь? Блять, какая охеренная игра. Ты реально хочешь, чтоб я наебнулся? Там кто, не вижу. Кабан. Где у нас волков-то до хера было? Вот у нас еще на родине до хера волков. Вот сейчас вот так вот пройдемся. Чисто на везение. Найдем, не найдем. Мне бы белого найти. А кстати, если наебнуть моего белого волка, я смогу с него снять шкуру? Мне кажется, не получится.
У меня он так-то есть. Мне кажется, так оно не работает. Опять медведь, это, конечно, пизда. Так, музыку мне тут... Сколько играем? 16 минут. Музыку мне тут разыгрывать не надо. Все хорошо. Тут херню собираем, нужна очень. Установление тигра нынче дорогую. Вот здесь вот сказали волков до хера, где? Да кабан, иди нахуй. Ты меня не видел. Че, сюда что ли спускаться? Сейчас, ну да, я прям здесь. Кабан, сука. На нахуй. Да выебывался. Так, во, волки, волки. Ах ты ж, блядь. Где ваш вожак белый? Мне нужен ваш белый вожак. На, сука. Короче, я понял то, что 16 минут времени мы просто впустую тратим. Потому что хер мы кого такими... способами найдем. А ебать, это у них пещера. Уже вон день настал, блять. День настал, волков нет, блять. Ладно, короче, что мы делаем? Мы отогреемся, хуй с этим. Нам надо. Перемещаться, вот этого чела спасем. Сначала спасем его, а потом попрем на эту. Так удобнее будет. Спасем его сначала, потом попрем на форт этот ебучий. И будем что-то там делать. Кстати, у меня что из приманок-то? Ловушка какая-то, блядь, ёб твою мать. Так, ну давай, братух, нам пора. Нам пора ехать. Каким-то образом. Путь будет нелегким. Блядь. Уже начались трудности. Костерочек вон. Вот и начинается, так сказать, холод. Так, ну ты где там? Ебать! Михалыч! Ёб твою мать! Иди сюда! Поехали! Там Михалыч. Так, давай, погнали. Вот, кстати, пока холод, ну, не тратится. И это удобно. Он вообще мизерно тратится, поэтому что я растерялся, не знаю. Сейчас вот так вот проедем, и все уже.
Будем, так сказать, проходить игру. А это что у нас? Че, ты не багуйся, брат. Сейчас вот эту фигню проверим. Че у нас тут? О. Все. А теперь можно и обратно. Ну. Давай, респавнься за мной. Да какие в пизду тигры? Сожри его. Бля, ёбаный свет, нам съёбывать надо, братан. Блядь! Сука! Причем нам пиздец как съебывать надо. Какого хера мамонт так быстро гонит? Мамонт-то ебанутый. Как ты, блядь, так гоняешь? Какое-то музыкальное сопровождение началось, значит, мы уже нормально так приехали. С огоньком полезу, так теплее будет. Да, музыка пошла, пошел сюжет, значит. Форт большой, да, блин. Только вот знаешь, что сделаем? Я тебя пока отзову, а то ты контору спалишь. Ебать, стелс. Да тут она очень хорошо определяет то, что вот так вот летишь. И все. Ебать. Ебать их тут, охуеть. Ну тут стелс-то точно не получится так-то. Ну смотри, что делаем. Тут две сигналки. Точнее, тут вот есть сигналка, да? Погоди, что за... Ёб твою мать. Где тут сигналка? А, вот сигналка лежит. Ее надо будет разъебать. Мы сейчас что делаем? Мы сейчас вот этого... Вот тут вот больше всего скинем бомбу. Выбери на него цель. Сука. Пизда. Ой, пизда. Ну давай. Пошла жара. Хуячимся, просто хуячимся. Охуеть мясо. Блять. Так, сразу хилки. Хилки у нас будут жесткие. Мясо и зеленый лист у нас будет хилка. Приоритетная хилка. Давай, ебашим.
А я его сейчас вот так ёбну. На, сука. На, сука. На. Погнали, братух. Хуячик всех, хуяч. На, сука. На, сука. Блять. Так, вот этих ебашим. Чё ты, блядь, оповеститель, хуитель, блядь. Ебать! Ешь, ешь, ешь. Блядь. Сука. Это был босс, да? Пиздец. Так, мы долбоёбы. В том плане, то, что, как я понял, если сова... ебучая скинула эту хуйню. Это значит только одно. Что? Она уже по стелсу не вырубит оповестители. Поэтому что нам надо сделать? Нам надо пока нашего другана отозвать будет. По стелсу вырубить ту херь. Разъебать оповестители. Так, вот мы залезли. Этого нашего отзываем. Вызываем сову. Ну да, конечно, у нас уже все потратилось, блять. Так, этих всех отметили. Так, вот тут вот эта оповестилка ебучая. А их сколько всего? Их две целых. Вы представляете, блять, целых две. Так, ну, блять. Пиздец, а... могу что, только обычных людей убивать, что ли? Не пизди. Ебаться в уши их тут, это пиздец. Оповестители не могу убивать, прикинь. Блять, это тупо баба была, сука. Так. Ну давай попробуем стелс. Блять, далеко ушел, мудак. Сука. Тихо, тихо. Я еще, знаете, в чем дурак? Я ж могу это. У меня ж вот эта фигня теперь есть. Так, вот эта дура ебаная меня может спалить. Съебалась в ужасе съебалась. Извини. Так надо было, друзья, так надо было, потому что она разводит панику, она сейчас у них там всю хуйню эту разведет. Еще раз смотрим. Я на самом деле против того, охуеть тут оповестителей сверху, пиздец. Я на самом деле против того, чтобы убивать женщин там каких-нибудь и прочую херь. Ну так и пришлось. Так, у нас остался вот этот. Так, вот этого ебашим.
Чё, нельзя, что ли? Пиздец. Ага, во, ебать, вот здесь вот еще есть, оказывается, охуеть. Но его-то можно ёбнуть. Блять, давай так. Так, панику в том углу развели. Охереть, этот форт, конечно, большой. Я сначала как-то недооценил. Отпусти. Ах, сука. Все, заткнись, 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 заткнись. Блядь. Прячемся, прячемся. Да блядь! Сука. Нельзя, нельзя им дать вот эту вот херню. Вообще ни в какую, блядь. Блядь, ебаный. Ладно, чё, боремся, хули. Будем бороться, блядь. А все равно слишком дохера оповестителей. Какой тут к хуям стелс? Вон этому мудло бежит, блядь. Сейчас вот этого нашего чела освободим, поможет нам, блядь. Ну-ка, ёбни клетку. Блядь, ёбни клетку, сказал. Ёб твою мать, сова, блядь, ты вообще пиздец, а не сова. Ох, блядь, так, поджигаем, хуярим. Блядь. Будем держать позиции здесь, в пизду. Пусть пиздашит к нам сколько надо, блядь. Блять, не долетело. Стрелы бы лутать с них. Так, вот эта сука еще кидается. Отлично. Главное это найти точку. А, так тот чел, это, наверное, и есть тот чел задание, поэтому мы не можем его освободить сейчас, я понял. Так, ну-ка, давай, ебашь его. Слушай, а хорошо, идем. На, нахуй. Не-не-не, тихо. Да, блядь, я успел. Ёбаный тебя шашлык, это пиздец. Сука, у меня памяти записи не хватит, 35 минут прошло, блядь. Ой, блядь, так. Пиздец, мы лохи с тобой, братан. Блять, так хорошо шли, сука. Пиздец, обида, блять. Да хули нам эти оповещения? Блять, нету смысла по стелсу играть, вообще нету. Он такой большой, что пиздец, какой тут к хуям стелс. Мы сейчас пойдем их выебем, да и все, блять.
пиздец какой-то. Ебал я в рот этот стелс, блять. Ну чё, здорово, блин. Сразу мясо, сразу мясо. Блять. Вот этих мудаков ебашим тоже сразу. Тебя освобождаем. Да не меня ебашь, дура. Стрелы. Блять, чё тебя покосил-то нахуй? Вот этого пидораса ёбни. Так, ты, блять, на нахуй. Пиздец, откуда? Лутаем сразу. Стрелы терять не надо. Вообще не надо. Так, вот его ёбни. Первым делом, блядь. Отлично, дальше едем, блядь. Ёб твою мать, нет. Так, ты босс, да? Тигр у нас... охуевает. Так, что мы делаем? Смотри, у нас есть... Ебать, во. Пчелиный рой, нахуй. Давай. Пчелиный рой. Еще мы, смотри, что сейчас сделаем. Мы... поджигаем стрелу, блядь. На, сука. Еще одну стрелу поджигаем. Сука. Пизда тигру. Блядь, и нам, кажись. Еще есть? Да, есть. Да какой нахуй? Так, хорошо. Да иди ты нахуй. Блять, ебать мне повезло сейчас. Так, тихо. Охуеть мне повезло. Мне просто пиздец как повезло. Я сейчас мог умереть. Так. На, сука. Ты чё тут, блядь? Сука. Блядь. Так. Еще раз. Умер. Так, теперь ты, сучка. Охуеть, затащили. Только тигра жалко, надо хилить, сука. Сука.
хороший бой, мягкокровный. Ты знать, гнилостный яд. Гнилостный яд есть плоть. Убивать мягкокровных. Мягкокровный, ты убивать, да. Но я тебя уже ёбнул так-то. Ты прийти в дом Винджа, учить делать гнилостный яд. Мы идти в дом Винджа. Идти. Это, короче, пленник наш. Охуеть. О, какой злобный, блядь. Клетка прочная. Может, мягкокровные не такие мягкие. Ты показать Винджа, как делать гнилостный яд. Все. Он сидит, работает на нас, да, и зудом поселился в вашей деревне. Ну что, заебись ему. Так, ладно, дорогие друзья, уже много времени прошло от этой серии, мы ее завершаем, и я сейчас сразу же начинаю записывать другую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии, мне очень интересно почитать, что вы пишете. Всем удачи и всем пока, друзья. До скорых встреч.